С наступлением каникул у нас стало все больше свободного времени. Но чем себя занять? Большинство мест активности по-прежнему на замке. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения решило провести в сети детскую неделю. Это целый цикл виртуальных встреч с специалистами, которые помогут определиться нам в жизни и стать еще умнее. Вот, например, вебинар «Азбука безопасности». Ребенок может обратиться за помощью ко взрослому, если она нужна. И дальше, к каким взрослым лучше обратиться? Куда? Ребенок сам отвечает. А почему эти? Почему эти? 7 шагов к выбору будущей профессии. Это тоже очень полезный вебинар. Он предназначен как для родителей, так и для нас, детей. Ведь выбор дела всей жизни – это очень важно, и этому не учат в школе. Закончив съемку, я перенес все фотографии на компьютер и начал этап видеомонтажа. Несмотря на режим прямого эфира, все вебинары доступны на сайте регионального Минтруда и по сей день. Так что посещать полезные лекции никогда не поздно. В режиме самоизоляции проводите время с пользой. Учитесь, развивайтесь даже на каникулах. Будущее за нами, мы не подведем. Настя Иваненко специально для Горе Новостей.